А в гостях у меня все еще человек большой, и ща будем что пилить. Казан-кебаб. Вот. Но не классический рецепт. Классический рецепт казан-кебаба – это картошка, мясо, лук. Так. Мы еще туда добавим синеньких и перчика болгарского. Думаю, будет еще вкуснее. Подгарочки от Сталика добавим? Добавим, обязательно. Поехали тогда, что? Начинаем с мяса. Нам мясо надо на вот такие вот попилить. Приблизительно, да, вот такие кусочки. На шашлык, которые шикарно бы закатили. У нас ни хрена нету печки под казан, но чем Charbroil Commander не печка под казан? Ну, как бы. Выкрутились. Наливаем растительное масло, много, литр. Литр. И ждем, пока что? Закипит? Пока нагреется, да. Пока сильно его нагреваем. В первую очередь потом пожарим картошку, потом мясо, а потом остальные овощи. Покуда мы пожарили картоху, вот такая вот она красивая. Сейчас жарится мясо. Баранинка, да? Пока жарится мясо, подрежем наши овощи. Синеньких. Подробно. Синеньких и перчики, да. И перчики, да? Просто кольцами или кубичком? Кубичком крупным. Кубичком. Я, как обычно, в принципе, могу, пока Илюха готовит, на моей кухне, у меня снимается обзор, как бы. Ну, вы поняли. Мы пожарили все, что у нас было. Картошка, мясо, баклажаны, перцы и лук. Сейчас убираем лишнее масло и будем закладывать все слоями в казан. Остаться должно, ну, примерно грамм 100 масла. Вот у нас лишнее, в котором все жарилось, и его осталось достаточно много. Не все в себя еда впитала. Она у нас все туда попала вообще без специй. Специи мы только сейчас начнем добавлять сверху, когда уже налили воды. У нас тут малеха зиры. Зира. Да. Ее Илюха без ступки расталкивает прямо в руках. Сванская соль. И черный дробленый перец. Огонь. А перемешивать это все не надо, да? Вот, ну, так сверху. Снизу поднимем. Ага. Бульон в себя все заберет, остальное. Капуста. Точнее. Кайф. Все, закрываем крышкой, оставляем томить. Ну что, товарищи, казан-кебаб кипит. Надо зеленухи свежей, да? Угу. Какой зеленухи? Укропа и кинзы. И петрушки. И петрушки, мальца. Это вам не мои вот эти вот. И зеленюху что, присолял, да, с ванской солью? Чуть-чуть присолим и помнем. Вот так вот. Что она, чтобы что? Сок дала. Вот так вот. Даст больше сок. Присолили, покидали на пол немножко, пожамкали, ну, все получилось. Запах. Запах попер, да, слушай, прям реально. Лайфхак. Закидываю. Короче, вот колечко, это тупо, чтобы не прожечь стол. Мы на него хотим поставить казан. Сейчас будет эксперимент. Чугунь такой, знаете ли. Будет здоров, горячий. Чё? Ну, не так, чтобы пипец устойчиво.
но стол будет цел. Огонь. Шо, тарелку давай. Тарелку давай, давай тарелку. Так. Так. Тарелка раз, тарелка два. Вилка оператору из моей поездки. Мясо. Вилка Илюхи. Картоха. Вперед. Тебе тоже тарелку надо дать? Оператор просит тарелку тоже. Мясо. Тарелка оператор. Тарелка оператора. Еще. Оператору побольше. Даже как-то прям вот. Почти, да? Картоха разваливается прям. Горячо. Горячо, что пипец. Ну что, приятного аппетита. Приятного аппетита, да. Сейчас мы это дело все будем. Че, надо пробовать, как бы надо трескать. Трескать же надо на камеру, да? Пофигу, что Денис обожжет себе рот. Да? Ничего страшного. Зарастет, да? Давай. Ну, его можно даже не резать нифига. Оно так вынимается отлично. Так, мясца. Блин, я сейчас чую, как я обожгусь. Напиши в комментарии, сейчас обожгусь я или нет, как ты думаешь? Мне кажется, да. Или нет. Давай. Фигать. Ваши ставки. Подуй. Ты как бы даже, я не знаю, ты все сломал. Обожгусь, да и пофиг. Это очень вкусно. Люблю такое еще. Овощички с картошечкой. Ребят, под это пиво в кадре пить даже как противозаконно. Под это, конечно, надо стопарик. Но у меня нет. Все. Шикарно. Всем спасибо за просмотр. Илюхе спасибо за рецепт. Да. Он, может, год прошел, уже все-таки соберется завести свой канал. Угу. А, ты его даже завел, да? У меня даже там видео одно есть. Вот. Но все равно не забывайте подписываться на Илюху. Рано или поздно он все-таки начнет туда что-то выкладывать. Спасибо за просмотр. Готовьте казан-кебаб. Пока.